Шокирующие фотографии из Еманжелинской больницы появились в социальных сетях. Инвалид-колясочник лежит в грязных тряпках на полу в коридоре. Фотоснимки вызвали резонанс. Мы выяснили, что произошло на самом деле. Вот эти кадры. На бетонном полу лежит мужчина. Рядом инвалидная коляска. Пользователи сети говорят, пациента привезли из Бакала в Еманжелинскую больницу, но не госпитализировали. И, по словам автора публикации, оставили в таком состоянии на ночь. Однако в Минздраве области информацию опровергли. Приехал он позже назначенного срока в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения на частной машине без документов, подтверждающих личность и направление на госпитализацию. Попав в приемное отделение, вел себя буйно. Разбил банкомат, выбил окно, нецензурно оскорблял медицинский персонал. Руководство больницы вызвало наряд полиции, составили протокол. Однако, по словам пресс-службы Минздрава, в полицию его не забрали. Принять без документов администрация больницы пациента тоже не смогла. Мужчина вместо того, чтобы уехать, просто лег на полу. На утро его забрала машина, которая доставила его в отделение больницы Бакала. Напомню, подобная история произошла в декабре прошлого года в Усть-Катавской городской больнице. В сети появилось видео, на котором пациент после трепанации черепа лежит на полу в лохмотьях. Оно вызвало резонанс. По словам медиков, мужчина сам разгромил палату, сломал хирургическую кровать, разорвал матрасы. А эту запись авторы видео сделали сразу после дебоша, пока медики подыскивали для больного новую палату.